Друзья, а перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш канал, и мы начинаем. Михаил Ефремов сделал важное заявление в суде. Он больше не намерен скрывать правду. Сенсационные новости пришли из Пресненского суда Москвы, где проходят слушания по делу Михаила Ефремова. Актер удивил присутствующих неожиданным признанием. «У меня заявление. Я признаю свою вину», — заявил артист. Его слова прозвучали после того, как судья спросила, не против ли он приступить к прениям сторон в отсутствие второго адвоката, Елизаветы Шаргородской. Примечательно, что до последнего момента артист отрицал свою вину в ДТП на Смоленской площади, в котором погиб курьер из Рязани Сергей Захаров. Защита звезды театра и кино всеми силами пыталась оправдать Михаила Ефремова. Многие россияне уже окрестили суд над знаменитостью цирком из-за скандальных заявлений, ток-шоу на федеральных каналах и повышенного внимания СМИ. Судя по всему, Михаил Ефремов решил все же поставить точку в этом затянувшемся сериале. Ведь за то, что актер не признавал свою вину, его осудили многие коллеги и поклонники. Некоторые отмечали, что адвокат артиста Эльман Пашаев своей тактикой губит звезду. Друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши новые выпуски, и на этом мы с вами прощаемся, всем пока!